Приветствую, коллеги! Ассаламу алейкум, мир дому вашему! Мы начинаем сегодняшний мастер-класс, где мы будем работать с файлами с помощью таких команд, как head, tail и cat. Если вы на месте, если вы готовы, проверка связи. Мимими -ми -ми, напишите плюс в чат или в комментарий. Ну а я буду начинать. Для тех, кто меня не знает, давайте знакомиться. Меня зовут Константин Герасименко и сертифицированный инструктор Академии ЦИСКО и Linux Professional Institute, кандидат технических наук по специальности информационной технологии. Ну а здесь я представляю университет Цидиком, где мы помогаем студентам начать идти карьеру, идти специалистам повысить квалификацию, повысить экспертность и зарабатывать больше а компаниям найти высококвалифицированные кадры. Мастер-класс – это новый формат обучения, основанный на принципе «learning by doing» – обучение на практике, ну или практическое обучение. Соответственно, коллеги, я буду все рассказывать, показывать, объяснять, демонстрировать, ну а ваша задача за мной все повторить. Как результат у вас появятся вот те самые знания, умения и навыки, которые вы сможете продать работодателю, зарабатывать больше, ну и вообще изменить свою жизнь к лучшему, к стабильному прогнозируемому лучшему. Поэтому, коллеги, присоединяйтесь. Итак, что вам понадобится для выполнения сегодняшнего мастер-класса? Вам понадобится Ubuntu, ну или любой другой Linux. Соответственно, дальше, дальше, коллеги, необходимо будет перейти в папку CD/ .com var /log, где мы будем смотреть содержимое различных файлов журнала, да, то есть вот у меня тут есть всякие сислоги, логи, last логи, сообщения загрузки ядра и, соответственно, вот удобно, удобно вообще любое содержимое любого файла удобно смотреть с помощью вот этих вот команд head Тейл и Кэт. Вот давайте мы сегодня с вами это дело все и научимся. Итак, поехали. Первая команда, с которой мы знакомимся, это команда Head. Соответственно, если посмотреть... Перевод слова head, то это глава, да, то есть это верхняя часть. Таким образом, мы с помощью команды head можем увидеть первые 10 строк любого текстового файла. Ну, например, пишем head, дальше, дальше Например, файл сообщения загрузки ядра дмс Нажимаю Enter. И вот, пожалуйста, первые 10 строк у меня вывелись. Да, вывелись. Ну, можете взять и посчитать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну, вот, пожалуйста, 10 строк я увидел. Вот первые, значит, это еще раз 10 строк от начала файла от начала файла. Ну что, удобно, удобно. Дальше, вы скажете, а если я хочу увидеть не 10 строк, а, например, 5, вот мне не надо 10, я хочу увидеть первые 5 строк от начала файла. Ну, для этого есть опция минус n. Итак, пишем head, дальше минус n, без пробела пишем количество строк, которые я хочу увидеть от начала файла например, 5 и название файла, с которого я буду это дело все смотреть. Итак, нажал, пожалуйста, 5 строк. Можно опять-таки пересчитать 1, 2, 3, 4, 5. Ну, что, удобно, да, удобно. Дальше, следующий важный момент. То, что следующая важная опция, которая весьма тоже вам может пригодиться, это опция минус c, которая может выводить количество данных в байтах, в байтах, да, то есть не в строках, а байтах. а байтах. Ну, давайте тоже потренируемся. Итак, пишем head. Дальше минус C100. Я хочу увидеть первое 100 байт. И, соответственно, дальше пишу название файла dmsg и нажимаю Enter. Ну вот, пожалуйста, первые 100 байт, 100 байт, да, то есть, по сути, это одна строка и вот, вот еще такой вот хвостик, да, 100 байт. Но, опять-таки, можете потренироваться, смотря, вот бывают такие задачи, вот, пожалуйста, 200 байт, 200 байт, да, 200 байт, это у меня уже получается вот чуть больше, или чуть меньше, да, вот она, да, вот так вот. Вот получается где-то две строчки, почти полные две строки. Это 200 байт, 200 байт. Ну что, здорово, да? Значит, коллеги, напоминаю о том, что вы должны научиться уметь пользоваться хелпом. Поэтому любая команда, неважно то head или какая-то другая в ней есть опция минус-минус help где вы можете почитать почитать как этим самым help пользуются ну вот пожалуйста минус c минус n вот пожалуйста эти вот мы с вами и посмотрели с этим всем делом да то есть вот такая вот интересная штука кстати здесь вот предлагают вам тоже вот бывает что нужно вывести определенное количество данных, там, например, вы хотите там, гигабайт вывести, там, да, текста какого-то, или там, мегабайт и так дальше. То есть тоже вот такие вот полезные здесь опции есть, и тоже ими можно можно пользоваться. Ну что, здорово. Итак, коллеги, напишите цифру 1 в чат или в комментарий. Если вы разобрались с командой Head, это означает, что вы супер-пупер молодец. Ну а мы перейдем дальше. Значит, что еще интересного, вот, вот такая хитрость, кто-то скажет, я и так умею работать с командой Head. Но вот бывает, коллеги, такое, что вам нужно сравнивать два файла. Сравнить два файла, да, вот, и вот здесь вот команда head вам в этом плане может сильно помочь. Вот давайте я вам покажу такую вот интересную пример. Итак, пишем head. Дальше минус n5. Вот я буду сравнивать первые пять строк. Дальше пишу название первого файла dmsg и пишу второго файла сислов, например, да, нажимаю Enter и вот посмотрите, какая у меня картина получилась. Итак, первые пять строк файла DMSG первого файла и пять первых строк второго файла, который у меня сислов. Понятно, да? То есть вот бывает такое, что нужно вывести вот в консоль два файла одновременно и вот так вот типа сравнить, там что-то почитать, где-то что-то увидеть. То есть вот такая вот команда head и вот через пробел пишите несколько файлов вы можете вот таким образом это дело все сравнивать выводить вот файлы прям вот рядышком фактически да и соответственно все это дело анализировать ну что интересно очень полезная опция я думаю вам в жизни пригодится можно этим делом всем пользоваться так ну про опцию n рассказал про опцию с тоже рассказал. Значит, еще раз цифра 1 в чат, если у вас все получилось с командой Head или в комментарии. Цифра 1, если все получилось с хедом. Ну, а мы переходим дальше. Следующая важная команда, с которой нужно уметь работать, это команда Tail. Tail. Ну, если перевести на русский Tail, то это означает хвост, конец. Таким образом, команда Tail выводит 10 последних строк из файла, который вы дальше укажете. Опять-таки, коллеги, напоминаю о том, что вы должны уметь искать help, пользоваться help, поэтому давайте пишем tail, дальше минус-минус help, и вот, пожалуйста, опции, которые принимает команда Tail, вот они перед вами. Но здесь опций на самом деле побольше, есть достаточно такие классные опции. Ну точно такая же опция, минус C, минус N, как и в Head, да, но есть еще такая полезная опция минус F, которая позволяет следить за файлом в реальном времени и выводить то, что туда, если что-то дописывается. Но ну, сейчас мы вот как раз с этим всем и потренируемся. Итак, поехали. Давайте мы это дело все очистим. Поехали. Ну, начнем с опции минус N, да, как обычно. Итак, Tail. Дальше минус N, например, 5. Да, давайте просто Tail и, например, DMSG. DMSG. И я вижу последние 10 строк моего Файла 10 последних строк моего файла. Опять-таки, можете пересчитать. Да, это процесс загрузки здесь. И как раз вот видно, что мой компьютер загрузился. И вот тут стартует сеть. А вот как раз я это дело все как раз и увидел. Что у меня гигабитное подключение. Ну что, здорово. Дальше, с опцией минус n, вы можете указать, сколько строк, последних строк из файла вы хотите увидеть. Итак, делаем tail. Дальше минус n5 и название моего файла dms, dms, DMS. и так вот пожалуйста 5 последних строк видно можно вот таким образом это дело все смотреть ну что здорово Здорово. Так, clear, clear. Давайте теперь попробуем вывести последние 100 байт из файла. Опять-таки файл текстовый, поэтому tail-c 100 и соответственно название файла ну вот да чуть больше одной строки ну мы перед этим тоже смотрели да и у нас получалось 100 байт это чуть больше одной строки опять-таки коллеги все зависит какая строка то есть файл может быть большой ну и, соответственно, строка может быть длинная, да, соответственно, это даже может быть не вся строка, а часть ее. Итак, давайте 200 байт выведем, ну вот почти три строки мы с вами это дело все и увидели, да, вот почти три строки, пожалуйста, вывелось, да, то есть две строки и кусок Третий, да, то есть это с конца файла, пожалуйста, с конца файла. Ну что, здорово, здорово, да? Вот такая вот полезная команда tail. Ну и теперь, коллеги, хочу вам показать, эм, значит, э, то же самое. Можно сравнивать концы файлов. Концы файлов, точно так, как в хеде мы сравнивали начало файлов. А теперь давайте мы сравним концы файлов. Итак, делаем tail, дальше минус n5. Ну и тут, соответственно, dmsg, например, и здесь у меня, например, syslog, нажимаю Enter, и вот, пожалуйста, соответственно, последние 5 строк файла dmsg, вот они, да, и последние 5 строк файла syslog, syslog, да, ну вот, пожалуйста, видно, что здорово, да, то есть вот таким вот образом это дело все можно смотреть и сравнивать, бывает, да, такие вот задачи иногда где нужно сравнить концы файлов. И вот таким образом вы можете вывести рядом содержимое и его, как говорится, проанализировать. Ну что, здорово. Значит, следующее, что хотел вам показать, это опцию минус F. В статье этой опции нету, но я хочу это дело все добавить для того, чтобы вы все-таки умели пользоваться. Опция весьма, весьма сильно полезная. Это опция минус F. Итак, ну что, переходим. Я перехожу на веб-сервер, вот где наш блог хостится. Значит, здесь у меня на веб-сервере есть файл access.log вот то есть файл доступа веб-сервера Apache и соответственно я хочу посмотреть как как идут запросы на мой веб-сервер прямо в реальном времени вот прямо сейчас итак давайте смотреть значит для этого я пишу tail минус f f и название файла соответственно как там у меня файл назывался вот так вот access.log нажимаю enter и соответственно вот а, вот, вот, так, 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 так. Значит, э, так, ну что, давайте куда-то нажмем, нажмем куда-то, куда-то нажмем, куда-то нажмем, так. Итак, коллеги, пишем: tail минус F большое, большое. Ну а дальше название файла. Содержим, за содержимым которого нужно следить. Соответственно, вот так вот Access Log, и я нажимаю Enter, и, пожалуйста, я вижу прямо сейчас, в реальном времени, как идут запросы на мой веб-сервер, на наш блог. Да? То есть вот таким образом, коллеги, опция минус F большое, очень весьма полезно, да, то есть можно следить за журналом, отлаживать что-то, работу каких-то там систем, да, каких-то там веб-серверов, например, там, да, таким вот образом весьма-весьма полезно. Ну что, здорово, да, то есть вот так вот, так вот можно прям видеть. Ну, давайте я куда-то сюда вот открою какую-то страницу и посмотрите, вот в новой вкладке открываю страницу и пошел вот, да, вот, вот мой запрос, вот он, да. Я здесь это тоже все увидел. Ну что, здорово, да? То есть полезная опция минус F позволяет следить за содержимым файла в реальном времени. Здорово. Так, ну что, с файлом, с командой tail у нас все. Если для вас было полезно, коллеги, если у вас получилось все как у меня, напишите цифру 2 в чат или в комментарий. Это означает, что вы супер молодец, что вы научились пользоваться командой tail для просмотра содержимого концовки файла. Здорово. Идем дальше. Следующая важная утилита, с которой нужно уметь работать, это утилита CAT. CAT. Ну, содержимое... Э -э -э сокращение от слова concatenate, да, то есть это команда, которая умеет объединять файлы, объединять файлы, но до объединения еще далеко, давайте посмотрим, как же этой утилитой пользоваться. Значит, классический вариант, значит, еще раз, коллеги, так, я переключаюсь на свой ноутбук, так, clear, значит, помните про help, поэтому cat, пробел, минус, минус, help, можно вот таким вот образом посмотреть содержимое, да, то есть какие здесь есть полезные опции, которыми мы будем пользоваться, да, значит, ну первая полезная опция, да, давайте, давайте смотреть содержимое какое-то и сразу будем это дело все, как говорится, применять на практике. Итак, поехали, Кэт, dmsg и нажимаю enter и вот пожалуйста все содержимое файла вывелось на экран значит что здесь интересного коллеги что здесь важного то что бывает такое что файлы длинные содержимое достаточно длинные и не всегда понятно где конец строки так вот для того чтобы было понятно где конец строки где конец строки есть такая полезная опция как минус E, минус и так делаем cat минус e ну а дальше название файла который вы хотите увидеть нажимаю enter и посмотрите в каждый конец строки команда cat добавила знак доллара знак доллара посмотрите в каждой строке в конце стоит знак доллара ну и теперь я видео содержимое какое-то там файла, пожалуйста, понимаю, что это конец строки, таким вот образом здорово. Дальше, следующая полезная опция, с которой нужно уметь работать, это опция минус N, она позволяет пронумеровать строки, да, то есть вот я только что смотрел содержимое, непонятно сколько там строк. Итак, cat минус n минус e большое dmsg и пожалуйста коллеги я вижу то что у меня здесь появилась нумерация строк да то есть вот пожалуйста у меня в этом файле 1050 строк ну и в конце каждой строки есть знак доллара знак доллара но что интересно коллеги то что опция минус n она не нумерует пустые строки, да, то есть абзацы по сути. Если же вам нужно пронумеровать абзацы, абзацы пустые строки, то тогда нужно использовать опцию минус B, минус B. Причем опция минус N, минус B, они между собой несовместимы. То есть если вы используете минус B, то она как бы перезаписывает опцию минус N. Итак, поехали. Cat, минус b минус e большое минус чего все да название файла dmsg и соответственно вот пожалуйста все это дело вывелось но у меня в файле нету пустых строк поэтому поэтому здесь это мне тяжело вам отобразить но еще раз опция минус b будет нумеровать и пустые строки здорово значит следующая опция которую хотел еще показать это опция минус t, минус t, да, значит, cat, cat минус минус help, значит, опция минус t, она позволяет отображать табуляции. Табуляции, соответственно, будут видны вот таким вот образом. Вот как циркумфлекс символ, да, символ каретки буква Ай. Дело в том, что табуляция сама по себе это непечатаемый символ, непечатаемый символ, да, и вот он выводится, а на самом деле это как пробелы, да. Вот как отличить пробелы от, от табуляции? Для этого есть опция минус Т большое, поэтому я вам сильно тоже ее рекомендую. Итак, ну что, давайте посмотрим Кэт минус Е, e, да, вот конец, минус Б, вот нумерация, да, и, соответственно, здесь опция минус Т большое и название вашего файла. Название файла, пожалуйста, да. То есть, соответственно, если где-то здесь будет табуляция, то, соответственно, это будет видно. Так, есть у меня табуляция здесь? Нет, табуляции у меня здесь нету. Но тем не менее, да, если будет, то будет символ корректки и большая буква I. И большая буква I. Так, здорово. Значит, ну вот так это дело все, коллеги, смотрится, да, то есть вот, вот можно так вот все это дело делать. Ну и переходим к самому важному, то что команда CAT, она в первую очередь создана для того, чтобы можно было объединять файлы именно для конкатинейта. Давайте мы с вами это тоже все потренируемся. Итак, давайте сделаем 4 файла, 4 файла, а потом их все объединим. Поехали. Для генерации этих файлов будем использовать команду echo. Команда echo. Итак, повторите за мной. echo. Дальше открываем кавычки, пишем hi cdcomm Tim да. Дальше ставим символ перенаправления и перенаправляем в файл. Файл будет у меня называться 1.txt, например. Так, перенаправил. Теперь давайте создадим второй файл. Второй файл, значит, keep, 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 keep connected. Keep connected. И перенаправим такую фразу файл 2.txt. Так, теперь давайте создаем третий файл. Со следующим содержимым шары Сру. так пишем ша ре сру, так, так, так что-то неправильно написал, да, вот так вот, да, ой, вот так вот, да, значит. Вот так вот там. Да? Так. Значит, перенаправляем это все в файл 3.txt. Так, теперь четвертый файл генерируем. Эко. Эко со следующим содержимым connect as, да? Connect as. Ну, а дальше наша почта Team. ком .com .com, Так. Дальше ставим символ перенаправления и перенаправляем в файл 4.txt. Итак, что мы видим? ls-l. Вот у меня есть 4 файла, 4 файла текстовых файлов, которых я только что все создал. Ну, можно посмотреть содержимое каждого. Можно? Можно. Ну, давайте вот посмотрим cat, например, 3 или 3.txt, да, вот, пожалуйста, то, что я туда записал, то оно там и есть. Ну, а теперь объединение. Как же это дело все объединять? Для этого пишем cat, ну и перечисляем название файлов, которые нам нужно объединить. Ну, у меня что за файл? 1.txt, 2.txt, 2 3.txt, 4.txt, да, то есть, вот, пожалуйста, если я вот так вот сделаю, то, пожалуйста, у меня эти файлы последовательно друг за другом объединились. Да, ну это в консоль мне вывелось сообщение. А как же мне это дело все сделать в файл? Соответственно, делаем точно так же, только ставим символ перенаправления, это стрелочку вправо. Ну и пишем новое название файла 5.txt. 5.txt. Пожалуйста, у меня появился пятый файл. И давайте я его посмотрю. Содержимое cat5.txt. 5.txt. Вот, пожалуйста, все это дело у меня объединилось. Все четыре файла у меня объединились. И я получил пятый объединенный файл. Тоже, коллеги, бывает весьма полезно. Вот команда cat concatenate именно для объединения файлов. Здорово. Значит, Идем дальше. Значит, что еще интересно? Следующая такая интересная тоже опция, такой вариант использования команды cat, это именно для создания новых файлов. Вы хотите создать новый файл, но вы, например, не умеете пользоваться редактором каким-то там, да, вот там редактором VI, например, там, да, или nano, или еще каким-то. Вот, можно ли прямо с консоли создавать файл и наполнить его каким-то содержимым? Да, можно. Для этого мы делаем такую вот штуку cat, дальше перенаправить, вы скажете, ничего не перенаправляем, да, ничего не перенаправляем, а дальше название файла 123.txt. И, пожалуйста, я попал в консоль, где я могу ввести содержимое моего файла 123.txt. Ну, давайте мы что-нибудь туда напечатаем, да, значит, hello, hello, дальше ставим запятую, пишем my name is cd.com, так, значит, точку, Enter. Ну, и вот таким вот образом, коллеги, вы печатаете текст и наполняете файл тем текстом, который э, вы хотите, э, вот, чтобы там был в этом, в самом файле. Ну, что, давайте вот, э, вот так вот, да. Дальше, как выйти? Возникает вопрос. Я нахожусь в режиме ввода, да, соответственно, я вот сюда что-нибудь ввожу. Как мне отсюда выйти? Для этого нужно нажать Ctrl D, Ctrl D, и все это дело, видите, я вышел с режима ввода. Итак, проверяем LS-L. Что я вижу, коллеги, я вижу то, что у меня появился. Файл 123 txt. Ну и давайте посмотрим его содержимое. Cat 123 txt. Нажимаю enter. Ну и вот, пожалуйста, все это дело вывелось. Вы скажете, тут же есть какие-то пустые строки. Да, да, вот есть пустые строки. Поэтому опция минус b будет весьма полезна, да. Вот она, да, минус b. Вот, пронумеровалось все это дело. Ага, минус b. Нумерует наоборот, не пустые. Вот минус n нумерует все строки, минус b пустые не нумерует, да, вот, пожалуйста, мы это дело все увидели, что здесь есть, оказывается, две пустые строки, ну, опять-таки, можете добавлять нужные вам опции, там, минус, минус е, e, например, минус т. И вот все это дело мы с вами увидели, да, то есть где конец строки сразу в абзаце. Здорово, да, то есть вот таким образом вы можете это дело все смотреть. Дальше, можно ли, как можно с помощью команды cat скопировать содержимое одного файла в другой? Можно ли такое сделать? Да, коллеги, можно. И для этого команда cat идеально подходит. Итак, делаем cat123.txt, перенаправить файл 321.txt. Нажал Enter, ничего не увидел. Почему ничего не увидел? Потому что содержимое файла 123.txt скопировалось в файл 321.txt. Да? То есть, вот, пожалуйста, давайте проверим cat321.txt. Вот, пожалуйста, это дело все увиделось. Ну и опять-таки, коллеги, вы помните про команду head и команду tail, которые позволяют вывести несколько файлов друг после друга, да? Давайте тоже это дело все воспользуемся. Итак, делаем head. Дальше пишу 123txt, пробел 321txt. Нажимаю Enter. Ну и, пожалуйста, я могу это дело все сравнить. Вот у меня файл 123txt и вот у меня файл 321. Text. Пожалуйста, если вы посмотрите внимательно на это все дело, то файлы одинаковые. Содержимое этих самых файлов у нас одинаково. Что здорово. Значит, ну и еще одна очень полезная команда, коллеги, это команда так не cat, а так, наоборот. Соответственно, что делает команда так? Она выводит содержимое файла наоборот, наоборот. Ну вот, пожалуйста, наоборот, мы тоже это дело все получилось. Да, то есть у меня идет в начале два пустых абзаца, да, потом посмотрите, ТДД, ТДД и в конце Hello, my name is CDC. То есть, пожалуйста, файл, содержимое файла вы можете вывести наоборот, вот с помощью команды так. Тоже весьма полезно, я думаю, вам это дело все пригодится. Ну что, здорово. Итак, коллеги, у кого получилось, как у меня, с командой CAT, если у вас все получилось, как у меня, вы вот научились объединять файлы, перенаправлять содержимое файла, пожалуйста, напишите цифру 3 в чат, это означает, что вы супер-пупер молодец, в комментарии цифру 3, это означает, что вы научились всем этим пользоваться, вот, а кто не научился, пожалуйста, запускайте консоль, не ленитесь, надо это дело все учиться, просто брать и делать, тогда все будет получаться. Итак, коллеги, если для вас был полезен сегодняшний мастер-класс, оцените его лайком, нравликом, подобайкой, ну или просто поставьте палец вверх. Ну а если для вас интересна тема Linux, сетей, кибербезопасности, программируемых систем, коллеги, я вас приглашаю к нам на курсы, где вы сможете систематизировать все ваши знания, разложить это дело все по полочкам, вот так вот в формате Learning by Doing. Если делать, все получается, да. На выходе вы получите международные сертификаты, и что важно, мы еще помогаем с трудоустройством в большие международные компании. Поэтому подавайте заявки, присоединяйтесь к нам ну и будем двигаться вперед. Ну, на этом все. Ассаламу алейкум. Мирному вашему. Берегите себя своих близких, несите тяготы друг друга. Помните, коллеги, что сила в единстве. Поэтому, если что-либо у вас не получается, то, пожалуйста, звоните, пишите, заходите. Вот все, что в наших силах, вся наша команда будет вам помогать. На этом все. До свидания.